Ключевым моментом стало обсуждение бюджета на 2022-2024 годы. Глава региона поблагодарил членов фракции за его рассмотрение и принятие. Я вас благодарю за поддержку, благодарю за то, что бюджет социальный, за то, что основные идеи, которые мы с вами обсуждали с гражданами во время предвыборной кампании, они все нашли отражение либо в быстрых решениях, либо в планах наших. В этом созыве мы решили обсудить проект бюджета на более ранней стадии. Мы нашли все в этой практике много полезного. Она помогла нам расставить приоритеты, чтобы в итоге принять сбалансированный и выверенный бюджет. Стоит отметить, что среди основных законодательных решений, поддержанных фракцией, введение дополнительной меры поддержки для молодых медиков, получивших образование в 2021 году. Теперь молодые специалисты, работающие в области, могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, несмотря на то, что бюджет региона на ближайший трехлетний период принят, работа над главным финансовым документом, в том числе в рамках парламентского контроля, будет продолжена в течение всего следующего года.